нахуй. У него когда это не получается, он, знаешь, он как бы потухает, но потом он, сука, опять начинает меня доебывать. Я тебе говорю, это просто... Вот я вам честно могу сказать, я ему тогда сказал, если Миша будет играть, я с ним играть в PUBG не буду. И все, я ему это сказал, когда он... И вот, блядь, понимаешь, у него началось вот это вот вся хуйня. Ты его пригернул насчет этого. И, понимаешь, я ему объяснил, почему я не буду с ним. А он как бы... А он теперь, понимаешь, он триггерится этой хуйней. То есть, если я нахожусь, он начинает меня как бы поддевать, пытаться. Я просто, если честно, так сказать, я очень был сильно удивлен, почему Алексей перед ним извинялся. Лёха какой, питерский, что ли? Да почему питерский? Он Панфил извинялся перед Мишей. Я могу одно сказать, он был прав, когда сказал то, что, блядь, Миша реально нахуй требует того, чего, блядь, сам не может, требует от других, нахуй. Я бы сказал бы, что Лёха, нахуй, был прав, нахуй. Я не могу понять, почему за свои слова извинился. Если человека не назвать пидорасом... Я ему не за эти слова извинился. Ты извинился за чё? За то, что ты его после того, как ему сказал, то, что, блядь, то, что Миша... Не, я его просто тупо отхуесосил прям жестко. Почему? Потому что он не слышал нахуй твои слова, то что ты не тот пуп земли, который должен его тянуть за собой. То есть ты его за это отхуесосил и потом извинился потом за это. Нет, нахуй. Ну это глупо. Да похуй. Это глупо. Чё, всё? Ехай. Угу. Ребятки сами разберутся, всё, блядь. Так, сейчас, я только в туалет сбегаю. Ну пиздец, я тоже вот иду на полчасика. Ну да, вы чё, угораете? Да я тоже получил, короче. Собрались поиграть. Типа обосрали за себя дураса. Кого ждем? Женя, ты где? А что, какую карту все-таки решили? Сейчас посмотрим, какие есть. Есть, короче, у каждых... О, я знаю какую. Помнишь, которую с Лехой играли, Сникерс? Нет. Вчера, которая где-то с телеком. Там же есть еще всякие карты. Это хера не там, короче. А там их 5 карт всего. Ну, я играл только в 3. Че, все здесь? Уже как-то. О, Евгений, что? Я играл. Здесь перейдем. Играл. Вот это вот. Или... Не, я в 4 играл. А в 4. Четыре играли, Никита. Четыре? Да, где меняется местами путь. Угу. Там, где червь уползает, 2. Кстати, вот это меняется местами путь, прикольная карта. Вчера, которую мы играли с телеком, его часто это вот тут. 4. А там их вроде 5, либо 6. Ну, ждем Евгения.
Я пойду дальше смотреть, что я еще. Потом... Потом пошел в додатку. Кто-то еще враг бегает. О, ребята, поехали. Лис с вами. Так, и значит, смотрите. Что мы меняем в данной игре? Карту. Карту меняем. Я за карту. А это нормально, нет? То, что... Так, мы вот это не это... А, это затопленное, по-моему, да? Это... Черви. Это... Это... А, вот это вот не играли. Вот это вообще ни разу никто не играл. Ну, давай в Зарсли пойдем. Лёха, ты за? Да-да-да, всё, начинай. Я думал, ты опять отошёл. Я думал, тоже сейчас оказывается, блядь, я сейчас... Правильный стандарт ставим или эти сейчас добавим? Это теперь бот. Без разницы, давай те же. О, давай с ноликом, это. То есть, если тебя ебашут, то все ключи забирают, да? Ну да. Ну да, наверное, давай, да, с 1000. Давай. Ещё. Правила игры приняты. Поставил игроков 3, максимально игроков 5, без ограничений ходы и без ограничений время хода. Сейчас. Это на всю ночь, короче, игра. Одна катка тут может длиться просто. Ну заебал, но предыдущая катка у нас продлилась 7 минут. Ну, предыдущая катка 7 минут продлилась. 9. Не, Никиш 9 вышиб. Я 9 да, вышиб. Вот сейчас 7. Я опять... А, или я первый буду ходить. Ты первый ходил, ты первый вышиб, ты первый будешь ходить. Нет, в прошлый раз не я первый ходил. Понятно. Все заткнулись, да? Да? Я тебе больше скажу, Лёха вчера сидел. Говорит, самое печальное, говорит, что во время фасовки я, говорит, это. Я, говорит, моргнул. Это вообще опасно моргать. Ёба, оружие рядом. А, мы. Она прям рядом, смотри. Кто там? Я первый хожу. А, я первый хожу, ну. Я первый хожу. Давай посмотрим. Это, карту вообще. Куда ты карта, что ходить? Карта большая. Ну, я так думаю, самурай тебя здесь захуяли. Угу. Ебать. А какой, где самурай? Ебать. Самурай? Кролик, которого кто-то вызовет. Ебать. Я, прикинь, я забыл этот сундук, блядь. А это чё? А, блядь, замарасил. Вот тут по девушке можно пойти. Понял. Если я забыл, тогда двигайся за всеми. На, нахуй. Опа! Опа! Нормально. Так, короче, статую не регаем. А тут вниз можно было идти. Я что-то не понял, что такое. Думаю, что такое, почему тут остановился. Тут вниз можно было идти. Первые ключи есть. 9. Так. 8 шагов. Раз, два, три, но четыре, пять, шесть, семь. И он там 8 будет. А то я не вижу. Что там? А, о, ну все нормально, значит. Ники, спасибо за клички. А вот теперь здесь. Так, еще 3 шага. Раз, два, три. Нет, раз, два, три. Можно сундучок взять. Давай ближе к нему тогда пойдем. Юки. Два. Нормально. Ну, нормально. Пакт. Либо хилка, либо пакт. Да. Приходите. Ноль. Стой на месте, да.
Ноль. Ты тоже стой на месте. Ну хотя бы этот, не скучно будет стоять. Кто акула? Акула. Кто-то акула. Акула не я точно. Муха акула. Я акула, да. Так, а хавать на что нажимать? Знаете, что я не могу понять? Он меня все уже схавал? Да. Он меня схавал. Ты меня с самого начала игры схавал. А вот теперь катапультироваться надо отсюда нахуй. Ты меня сорвал. Нормально. Я просто все реакции собрал. Пока на одну пас я все рации собрал. Я понял, я на... ну вот постой, короче. Я и на месте поставь, мне хорошо. Я на месте, да. И ты тоже, кстати, на месте стой. С баклажаном вместе. О, хорошо. Тимур, а почему теперь ты афроамериканского цвета? Потому что он забрал у нее его. А что, в смысле, вы тут цвета как-то? Ну, типа, если кому-то надо, да. Ну, говорите. Да не, просто... Не, это уже что? А? Просто уже у каждого свой цвет, наверное. Ну, я зеленый всегда выбираю. Я не знал. Ну, панда, я просто взял, что черно-белое. Лама? Афроамериканская. Ава. И европейская. Месть грядет. Евгений? Евгений, мы вас ожидаем. Сразу. Жека. У него ритуал всегда перед тем, как заюзать. У тебя ничего нет. Можно я просто ход опущу, да? Понятно. О, Никитич будет сейчас с этим. Ясненько, блядь. У меня игра свернулась. Блядь, у меня игра свернулась. Ну, как бы нормально. Ну это пиздец же, нахуй, ёбан в рот. Долго же, долго не обжидал. Кешер, теляй, властвуй, ну у тебя там двое, вот они, были двое там, вот двое сейчас. Обрубай концы. Да пиздец, всё. ГГ. Обрубай концы, середину. Знаешь, что здесь фигово? Здесь кому показывается, кому что дается. А вот если бы не показывалось... Да. Типа, только видел бы только игрок, да, что ему удалось? Ну, прям телепорт или там Биба любви, что-нибудь такое. Тогда было бы. Да, это был бы топчик. Да. То есть ты бы не знал, что сейчас будет. О! А что, так можно было? Я тоже сначала не понял. Нормально. Я думал, что я там остановился, ну и пошел вперед, короче. Думаю, а там можно было, короче. Просто реально срезать можно было, вообще на изи. Ну. Все понял.
У меня вот эти монументы. А, я нормально. Опа. Так, ну. Вот так. По-любому. Блять. Ну ладно. Что я вашу я вас. Че, у нас статуи вообще не твои, блядь, забей. Ты потусуешь еще маленько? Нулевку. А, не надо. Прикинь бы ноль сейчас было, я бы вообще проорался. Рядом. Туда же, в топ. А кто ключи забрал? Никиш. Ой, блядь, эти гонки, это забей. NPS Underground, man. Погнали. Ты-то уже шаришь в этом. Да. NPS. Это уже все. Но зеленый со мной наравне едет, что ты кончишь? Я только начало, подожди. Я сейчас опять куда-то пишусь. Ребята, учите трассу просто и все, нахуй. Она всегда одна и та же. А че толку, если эта машина хуй пойми как едет, нахуй? Я хочу, как FPS в дрифт войти, а я торможу в итоге. Она обходит в дрифт. Но только нахуй долго не затягивает и все. Блять, тут я сейчас съебался. Блять. Вот этот ебаный проход, нахуй, я постоянно ебашусь. Вот кто-то впереди меня едет. Да? Нет. Миша едет. Нет. Я за тобой. Ну ты пиздобол. Не хуй знает как. Да тот павлин меня вообще, короче, тормозит прям жестко. Павлин. Там, который валяется на разворот. Это фламинго вроде как. Кто? Да. Фламинго. А, да, точно. Да? Поняли же. Стой, сука! Я тут нитро врубить, нахуй. Мне там это, Никич вчера дезморалил так же, нахуй. Ну так-то башка отваливается, прикинь, еще с нитро летать. Сейчас с ума, блядь, сойдешь. Блять, под конец и этот ебанул в стену. Ехал вторым, где на все собрал, нахуй. Лада, седан. Баклажан. Ты не будешь у меня забирать? Там. У меня еще достаточно ходов отвоевать ключи. Ну да. Только до ящика этого дойти. Главное, мне сейчас, чтоб ноль не выпал, блин. Да, на подарках грех не тормознуть. Это, знаете, это... Мне напоминает, вот эта игра, раньше на Сеге играли в Worms. Ну, там же тоже... Да. По ходам все было, вот эта вся хуйня. И там тоже ты выбирал либо стрельнуть, либо нахуй походить, либо куда-то переползти. Угу. Так, гиги за шаги, да, значит? Да. Ну вот, как раз перейдешь два. Нормально что-то. Ну все, пиздец, мне сейчас кто-нибудь кикнет. Не знаю, кто. Никиш, собирай ключики. Мне нужно, чтобы ты собрал мои ключики. Нормально. Давай, я к тебе тоже вот так пойду. Ну. Так. Угу. Да вперёд, Игорь, заебал. Там либо пакт, либо ключики. Нет, я вот так вот делал. Заебал. Сука, не рушь мои планы, блядь. О,
бомба. Ну, пизда. Ну, танки здесь просто забей. Ну, Лёха только добрался до того конца, блядь. Я не знаю, как он это сделал. Алексей, как ты это делаешь? Может, за тобой надо бежать просто и все? Блядь. Просто всех забыло разом. Да-да-да. Ебать. Опять всех разом. Да что ты, ну? Кто там вперед убежал? Блядь. Все добрался до верха, я знаю это точно. Блядь. Телик убежал. Блять. Никич. Вот кто-то перепрыгнул, блядь. А я не смог. Телик, сука. Опять на первый, да? Угу. Блядь, да меня танки сбивают, нахуй, я только выбегаю. Да, нет. Да, да, да. Вот. Да нет их тут нахуй. Вот как нахуй против двух-трех танков нахуй, блин. Я второй, сука, чуть-чуть не добежал, чуть-чуть не добежал. О, Никиш первый открыл, да? Да. Сейчас 1-0 не упадет, или однёрочка. Да я не буду рисковать. Я не буду рисковать нахуй. А, подожди. А я не перелечу? 10 ходов она. Я перелечу, да? Ракета 10 ходов сразу делает. Ну я понимаю, то есть я перелечу все-таки. Да, и по новой пойдешь. Ладно, нахуй. Так, раз, два, три. Ноль. Да, нахуй. Никит, ходит. Что, Никит, закрывай глаза. Кто-нибудь моргнул? Я 3 раза. Ебать далеко. Забей. О, нормально. Это очень далеко. Я тебе говорю, а что? Тебе на статуи вообще не везет, просто забей. Вообще, я тебе говорю. Пиздец. Как начал с первого хода и все, и понеслось. Это опасно идти туда, нахуй. Тут еще на восклицательный знак бы встать кому-нибудь. А, он же что-то делает? Да, он что-то делает. Он меняет локацию, я так думаю. Нет, у каждого по-разному. В каждой карте по-разному, ну. Ну хули. Давай, право. Вот шотган! Ебой. Так, шотца. Пока ничего не надо. Во. Так, если будешь атаковать Тимур. Привет, задроты. А, привет. Здорово. Привет. Оп, привет, закрылось привет. Что-то нахуй, ебать его хуй. Ты видел? Кто такое? А, ну вот эти закрылись, башни. Миша. А, ну, кролю. Кролю. Кроля. Стопа. Что, он кролика получил. Да, получил кролика. Кролика взял. Да. Всё, смотри, если Q нажму, это то, что у нас есть, но, смотри, я также нажимаю R, поблизости с нами. В принципе, никого нету. Не все далеко. Нет, только ты там вообще один на этой локации. Забрать ключики и дойти до сундука. Не-не, вот Панфила можешь задеть. Да во, Панфила, где он, блядь, нихуя себе он? Да вон он за статуей. Это мои ключики, я не могу твои собирать. Нет, ты до Панфила. Я могу только вот такие чужие собирать. Если этой херня пойдешь, то ты до Панфила дойдешь. Видишь стрелки, куда отправляют тебя? По ходам ты только так можешь. Вот смотри, у нас есть только, получается, вооружение, у нас вооружение баклажан, только баклажан. Это бомба. Лада седан, баклажан. Мы до него не докатим, так что смотри, нажмешь пробел, и сколько выпадет тебе по костям ходов, только ты будешь ходить. Шмакай. 7. Выбирай, лево-право.
Нет, на мышку надо тыкнуть на стрелочку. Вот теперь лево право. Можно. Один шаг, мы подхиляемся, но у нас здоровье 22. А вниз мы получим ключиков больше. Но нам теперь придется обходить вот так вот кругом. А теперь мини-игра. О! Нормально. Собирать дробовики и стрелять в них. Один выстрел только тебе дается. Это быстро всех попиздит. Сейчас я тебе быстро будут валить. Бей лиса, бей лиса. А кто наверху будет стоять, тот мух, короче. Это все Миша кричит. Даже не, что бить, блять? Слышишь? Пацаны. Стрелять налево. Муша! Тел тот лох, блять. У тебя что, микрофон выключен? Слышишь, ты микрофон? А, Тимоша, привет! Привет, Сус, привет. Где Помфил? Здесь, привет. Ты что, со мной не разговариваешь? Почему? Я сказал привет. С тобой все поздоровались. Ну ладно. Нормально все. И что надо тыкнуть-то, блядь? Принудительный старт? Парабеллу. Женя, если ты сдохнешь, Женя виновата. Это было эпик. Вообще разменялись нормально. Блять. Пошел. Кого-то убила. Я Памфила убила. Так, пошел отсюда сверху, слышишь? Сука. Блять, меня какой-то гремлин убил. А я Октана убила. А где, блять, оружие-то? Женя, его нету, оружия где? Да ладно. Мур, блядь! Сука! Пошел. А, блин. Блядь. Сука. Прикольно, я хочу эту игру. Где пушки? Где пушки? Дайте пушку. Блядь. Сука. Такая пальба вообще беспощадная. Так, наверху кто там тусует опять? Что-то АФК. Блядь. Время прошло. Тимура, на мне только три фрага нафармил. Да-да, это вообще что-то нормально. Я пушку уберу и мне сразу хэд. Не, ну первый-то вообще размен был ништяк. Первый вообще разменялись хорошо просто. Цвет, давайте с нами играть. Такая матрица была. Так, 5. Свой, я сейчас ее скачаю. Давай, тут до 8. Давай, можно. Тут до 8 человек, конечно. А чё, вы не играете в этот, Жень? Как там, пасмофобия или как она там? У меня не идет. У тебя призраки не идут? У меня винда 7. Он десятки идет. Так. Женя, давай Мише дадим свой комп с магазина. Он потянет? Да у меня вон стоит пиздатый. А нахуй она там нужна? Так, ребятишечки, ребятулечки, ребятулечки. Нихера у тебя, блядь, всякого говна. Да угу. Я его толкаю, я его... Ты, я у тебя там столько народу будешь, и, блядь, некогда будет сидеть. Так. А, ну только отчетности касса. Ну а если поменять запчасти его на нашу? Ну не знаю, что у Миши там хуёво и работает. Все нахуй? Миша, у тебя что, все хуёво работает? У меня все хуёво работает. Понятно. Да ёб твою мать, у тебя вообще... А сколько лет, что у тебя хуёво все работает? Ну, у меня самый нормальный компьютер, это у тети Светы, которая был раньше. Блять! Мне пизда. Сколько ключиков. Женя, надо смотреть сколько. Женя, надо спиздить. Это чьи? Это мы идем, да? Сейчас я спизжу. Ага. А куда она побежала? А куда она пошла, блядь? Чё за бомба? Чё надо делать, говорите мне, я не знаю, блядь. Чё, ничего. Чё, ты перед тем, как ходить, у тебя, видишь, линия вот такая. Как у всех вот идет. Ты боль-моль можешь смотреть. Светится, да? Да, подсвечивается.
Муша, когда пить будем? Да позовете в гости. Ну мы еще завтра дома, послезавтра дома. О, что надо сделать? Ну вот послезавтра могу приехать. Вперед просто давай, иди и все. А что, послезавтра пятница? Да, доброе утро. А послезавтра у меня за меня Вера будет работать, наверное. У меня завтра, а послезавтра... У меня послезавтра в больницу с дочей надо ехать. Не до вечера. Я не знаю, смотря во сколько запишут. Вот завтра будет решаться, во сколько запишут, что там вообще. Да чё, блядь, Тина, ну-ка давай, шевелись, идиот. Женя, тебя убили, блядь, ну прости. Ну, Женя, ну я не знаю, что он у тебя... Тимура, давай, я капец. Он у тебя ебанутый какой-то, он у тебя лежит и все. Я ему тыкаю... Я так хорошо шел вообще. Я катилась, а меня вот там вот эти штуки зажимали, как в мясорубку, и все. Ой, все, не рычи на меня. Я один раз играю. Сейчас кого-то желтенького там сожрут. Панфил, читер. Шел самый впереди, а потом, блин, все в одном месте зажевало. Панфил читер, потому что. Давай, нолик. О, так у меня тоже всякого говна, тут помойка. Ой, у нас тоже всякая штуки. А что надо с этим делать? О, хорош. Вниз иди давай. Сам иди вниз. Я туда и ушел. Подошел бы ко мне поближе. Это кто зеленая мартышка? Никель Гремлин. Никиш, ты мартышка теперь. Бывает. О! Я постою. Лох — это судьба. Женя, сейчас допизжусь, по-моему. О, нифига себе, кто-то что-то... Это... Тут читер! Заяц, да? Еще смотря, куда он пойдет. Да. Вперед или направо? Ну, если ты направо пойдешь, он, наверное, тоже направо пойдет. Нет. Не факт. Вперёд, нет, он так же двигается, как этот. Вот ты ключики спиздил, которые я хотела спиздить. Сколько у него ключей? Вообще нормально. Угу. Надо выебать. Сейчас, подожди. Мне палкой в жопу. Алёна Викторовна, ничего не меняется. А, так это ты, что ли? Нет. Тимоха, вот сейчас. Тимоха кактус. Так, где этот ключ раст? Ебич! Вот, от всех отошли. Так, это я вниз иду. Ну, Тимур, будет обидно, если ты... И всё это потеряли по ключике. Если ты сейчас встанешь на эти. Вообще, 4, 5, 6, 7, 8, блядь, нет. Не пойду, да? Маша, иди наверх. Видишь, ты меня послушал, как хорошо. Баклажан тебе дали. Баклажан, да. А что мне делать, говорите? А, только вниз могу ходить? Либо... Я не шарю в этом. На кью. И что даст? Вот это вот вдали... Вдали бьет кого-нибудь. А вы там есть? Ударить. У него 70 ключей. Баклажан его катить надо. А как ударить? Он... Нажимаешь? Кушкой. Да, и лево. На D жми. Теперь можешь любого выбрать. Ну, то есть, да, на D. На D выбираешь. Да, вот. И жми вот сейчас вот, на Q. На Q. Не сейчас жми, нет. Кью жми. На Q нажать надо. И что дальше делать? Тимоха от судьбы не уйдешь. Приходи. Не говори. Тимоша, я любя. На
Блядь! Бумеранг, блядь. А, тут еще же заяц есть. Смотри, он за тобой идет. Все, 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 блядь. Преследует. Не, ну это вообще жизнь. Ёб твою мать. Это, короче, как в этом, как в троне. Нельзя, да, короче, это как змейка, Алён. Ты об свою волосу можешь убиться, но желательно убить врагу. Я вообще жую тоже. Можешь убиться. Блять. Да шип нахуй. Чё за поезд? Да чё и поезд нужен? Да ёб твою мать. Тимура, мы друг друга. Да-да, опять, ну. Да я тут запутался. Алёнка играть в это умеет, хорошо. Ты меня палишь. Не-не-не, чувак, вы... Сука! Я тебя в свою же запутался. Ну я в пояс влезался. Поняли, да, кто мамка? Жень, дай салфетку влажную. Че, руки вспотели, да? У меня? Ну. Я пиво чуть-чуть пролила. Ты что, на лыжах столько манипуляций? У меня руки потеют в других ситуациях. Теперь кубик выбрасывай, чтобы идти. Пробел. Пробел жми. Я? Да, да. А, точно. Ща. Ноль, блядь, я лох. Все, капец, Женя. Тут читеры. Вообще скрючило нормально. Это Тимоша читер, смотри. Вместе. Не-не, мне типа, я, наверное, за сейвис тоже в смысле. Да, вперед. Физик пить. Хотя. Сейчас посмотрю. Вперед бы газовал, да, и все. Да, нормально. Нормально. Блин, я хочу эту игру. Поставь мне на скачку, пожалуйста. Нет, пожалуйста, нет. ГГ. Ну, мне, в принципе, терять нечего, мне включать. Да. Теперь главное не помереть. Нельзя, Максим. У тебя-то, да, это хорошо получалось с первого раза. Ты опустишься до его уровня. Ты опустишься до его уровня. Я не буду опускаться. Нормально. Потому что ты опустишься до его уровня. У него тоже есть ребенок. Ребенок не виноват. То, что у него отец долбоеб. Все, не надо. Это я? Нет, нет, это сейчас. Ага. Не восстает. На нем ничего нет. Поклажем. Не забывай, что Оля такая же, она другая фамилия. У них даже брак. У них брак не зарегистрирован. Женя, с Олей дружила и общалась. Знаешь что? У них есть суд. По суду Максима искали жену. Жена по факту, знаешь, что сказала? И она выиграла. Я с ним не зарегистрирована. Фамилии разные. Я ничего не имею. Я с ним вообще не живу, блядь. И все. У тебя на улице нихуя нет. Женя, нас убил какой-то Октан. Миша, ты же, блядь, приедешь к нам в гости. Пизда тебе. Скажи Жеке, кроник сожрал. Что тут делать? А, это типа запоминать надо как стоит. Что надо сделать? Это игры кальмара, короче, слышишь? Ой, блядь, что надо сделать? Я нихуя не запомнила, что надо сделать? Блядь, что надо сделать-то? Ники же уже карту запомнил. Я вообще не поняла, что надо сделать сначала, конечно. А что, пробел не работает? Перепрыгнуть, да? Ник просто зарисовал, наверное, себе там карту. На экране прям. Бля, как это? Нет, было проход. Можно еще раз пойти? Mm-hmm.
А детки. Что надо сделать? Пробел нажать, что надо сделать? Я дожал. Надо, ты там просто и все. Да, ожидаем, может. Я уже прошла. Осталось еще кому-нибудь одному пройти с них. Вот сюда идите, вот. Видишь, я стою, вот. Я на 5 секунд бегу. Вот так, прямо сюда. Да ты упал, блин, иди сюда. Вот сюда. Да за мной беги. Вот сюда. Да блин, это бишь. Вот сюда. Ну, вот сюда. Все. О, пуканка-горелка. Я уже 3 раза прошел. Кто там бегать? Что реально? Так. Теперь надо. Кругляшочек. А потом можно. А, сюда нельзя. Сюда с другой стороны заходит. Ну только если туда. Ты через старт пойдешь. Или. Да, нужно через вниз. Либо вниз, либо влево. Да, вниз. Раз. 2, 3. Пули. Я тут. Могу-то. О, опять я. Что надо сделать? Бежать. Пробел, да, нажать? Угу. Это что будет? Бежать. Да. Это ключики мои. Ты не можешь собрать. Почему? Свои не собирают. Тебе именно повезло, если бы выбило бы 5, тебе опять бы кролик сожрал. Что большой? Ты большой уже? Так не капризничай, раз ты большой. Большой. Ключи-то нет. Сразу узнать можно. А сбоку же нарисовано сколько ключей. Как ты можешь вот это вот делает? На R. На R и... В, А, С, Д. Блядь. Ага. В туалет быстро сейчас бегу. Застыха. А ну что надо делать? Дорогу перейти? Дорогу перейти, взять деньги, либо золото. Золото больше дает. Три золота можно взять, или три денег. И переходить обратно. Блять. Что надо сделать? Как деньги брать? На пробел. Блять. А кто отошел? Ты можешь опасать, ушел. Потому что у них сын. Сын ни в чем не виноват. И хочет оставить его без родителей. Ребенок. Не было бы у них ребенка, не вопрос. Блять, меня, сука. Будется, дай бог. Так-то вы запустились так быстро. Ты просто писал долго. А, принудительно, да? Спасибо большое. После. Вот да, вот. Где Женя? Верните Жеку. Несправедливость происходит. Вот там гремлин. Мых. Нормально. Скидыш. Прям на этой карте ключей у всех мало, да? С прошлой каткой. Там по 200, блядь, залетало. Да вон они все валяются. 27 просто.
Я? Да. Потому что мне сына жалко, Женя. Ходи, ходи. Что надо сделать? Надо один сначала. Да нет! Это карма тебе. На один. Это не ноль, пожалуйста. Вот 163 ключа я ему хотел. У них из родней больше никого нет, а максовская мать инвалид, как и моя мать, только она лежачая. У него лежачая мать и сын. А сыну 9 или 8 лет. О, больше блядь. Никого нет. Мы сейчас опять с кем-нибудь вместе, блядь, без этого МС. Ну, в прошлой игре не было вместе. Женя, где ты? Ну, ты там? Как да, менять картинку? Да все, пиздец, это все. Это все. Это пиздец. Ну. Ты куда? А сына? Так, сядь спокойно, сиди. Блять, я не так начала собирать. А кто там вдвоем? Я и Панфил вдвоем. Только засчитали тебе нитки. Я, блять, неправильно начала считать. Пиздец, я лоханулась, Женя. Ты его видел? Там ебаная мябля, но с золотыми медалями. А если ему представить, тебя ставят на... Алена, тебя вставят в рамки. У тебя мать инвалид, у тебя отец умер, у тебя дочь. Кто о тебе думает? Скажи-ка мне. Утро пошел. Чего тебе здесь надо? Что, я знаю, что мы выкарабкаемся. Ну ладно. Если их посадят, нет. Сын пойдет, блядь, в детдом и чё? А мать вообще умрет, блядь. Ему кроме Макса никого нет. Значит, он должен сотрудничать. Он даже ходит с картой Манкеном. Ну, он вроде со мной, типа, на дружелюбных этих там, помогает даже. Вот когда отец умер, он же свои 30 тысяч. А, на перекрестке, короче, она улетает. Не оттуда, она перед этой хуйней улетает. Аису забрала якобы оттуда. Когда она сюда? Чё, Миша, хуй сосать, бесполезная она оказалась. Мне просто жалко их ребёнка, его могли вообще лежать. Она уже пиздец. Сам ставит. Она скоро до скорой там живёт. А потом вот их и закроют, она умрет. Вот и будет на моей совести смерть, блядь, его матери и сын в детдоме. Смерть твоей матери на чьей совести? Что ты ей сейчас не можешь помочь? Из-за денег. На чьей совести будет? Охуеть. Я ее сюда с тобой понимаю, потому что... Я тебя вообще не спокойно. Мама, ты тоже не... Она действует с точки зрения благородства. Блядь, ну так криво. Оставляешь на земле благородство. Ну да, в нашем мире нереально. Ты же сам мне сказал, что ты не хочешь опускаться до уровня слова. А это не уровень. Алена, если ты ему приносишь вот такой, ты нам смотри, банк. Либо ты мой, либо ты не мой. Либо ты сволочь. Если он выбирает сволочь, значит ты с себя снимаешь все полномочия. Правильно? Правильно. Если он согласится, что посадить. Если он сам это... В детдоме. Но золотая медаль.
У них никого нет. Только деддом. Сестра, блядь, его она... на... Ей вообще похуй, она вечно, блядь, разъедет. А мать инвалид лежать. Причем матери... А у него мать старше, блядь, моей лет на 15-20. Там уже бабка лежит. Давай не ты будем за него. Король, когда сдохнет? Никогда. Никогда. Если он но сам... не переживай, он охотится за Аленкой. Что он должен делать? Ну, решайте быть... Нажимаешь, удерживаешь, на пробел жмешь, и все. Что он должен делать? Надо выбрать мост, короче. Угу. Что надо сделать, блядь? Мост выбрать. Блядь. Я тут, походу, ничего вообще не возьму, да? Все разбежались. Хорош, хорош. Поделили. Я даже не смотрел в мою сторону. В смысле? Заявился. Я тут так коряво пошел, конечно, забей. Я там круг такой давай. Так, это у нас кто? Ага, все. Двоих сразу. Да, все писать на нахуй. Блин. Это твое точно, блядь, это карта твоя. Это тут нельзя вылазить с кактуса, короче, блядь. Алёк, там Алёна. Ага. Всё по кругу ходит и ходит. Вообще, да, не говори. Никто не может добежать. Два шага делай вперед и ключи заберешь. Не туда, блядь. Хм.
Октана меньше. Зайца что-то вообще по кругу. А он за Аленкой бегает. За лисом. Правильно, надо восстанавливать справедливость. Лиса на зайца, заяц за лисой. Я доверилась, я долбоёб. Это я виновата, что мы в жопе. Потому что я доверилась Женя. Женя говорил, что нельзя. Нет, это я наивная. Давай посмотреть правде в глаза. Это я виновата. Я наивная, я ему верила. Он мне в глаза смотрел и говорил одно, блядь. Знаешь, если я узнаю, что их сын, нахуй, в детдоме мать его умерла, я не смогу нормально с этим жить. Чисто из-за совести. У меня совесть есть, в отличие от Макса. Если бы не было в семье, я бы его давно уже засадила, нахуй. Так, кто будет кикать сейчас в натуре, сразу в бан. Бегает за мной с кулаками. Блять. Не-не-не-не. Сука. Нет, компромат есть, его можно посадить. Мне даже звонил директор из пивоварень, два уже. Им по суду одобрили долг. Что надо сделать? Как друг друга убивать? На стрельбу. Как стреляешь? На кол. На кол? Кого посадить на кол? О, я выиграла, блядь, Женя, прикинь! Просто АФК стояла. Нет, я бегала. А кто там не стоял? Да-да-да. А чё надо тыкать, Женя? Ну давай говори, чё надо, не хочу читать. Я не хочу читать, говори. Смотри, кактус это броня. Коробочка это типа что-то подарочное. Телепорт такая синенькая херня. Наводишь на любого игрока и меняешься с ним местами. Биба, а как любви, посмотреть, баклажан. Кто где находится? Биба. Биба. На R нажми. На R. На R. Сначала закрой меню. Так, закрыть. На E. На E. На E, на R. Типа, да. Вот а куда надо вообще дойти-то, блядь, чтобы я поняла? А, она же не знает, какой сундук. У Жени спроси, какой сундук. Женя, какой сундук тебе говорят? Мне скажи. Куда надо пиздовать? Вот этот? Вот из каких-то сундуков, с трех лежит кубок. Тебе нужно знать, но Женя знает в каком. Тебе нужно к нему идти. А кто кого заебашил там? Ленка всех за это. Вот, и если вот, допустим, смотри, кто-то вот находится рядом с сундуком, ты можешь с ними местами поменяться. Но вот смотри, в зависимости от хода, как будет дальше ход идти. Нормально. Да, нормально. Прям на кролика. А тут кого разорвало? Ну, как обычно, любитель статуи у нас один. Сука. Опа, а кто там такой богатый на ключике? Сейчас он уже сейчас не будет богатым, но да, он спрятался же, да? Да, он в кактусе. Да, 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 точно. Так, ну мне тогда тупо ходить. А, не, мне не надо, чей-то нет.
Так, тогда что? Тогда что? Тогда что? Ну, вопрос такой. 4, 5. Блять. Ноль сейчас выйдем. Ну все, он открыл, что ли? Это не то. Ну, видишь, Алена, это кубок. Ага. Теперь ну, что, непонятно. В одном ящике будет кубок. Ты за ним смотри, вот тебе вот нужен кубок. А, ну ты поняла. О, я знаю, где он. Видишь, а я знаю, где. Какой из них, этот, и где они напоявят. Не говори. Вот этот? Я моргнул, я не понял. А я знаю, где. Я тоже моргнул. Тимоша, в WhatsApp звони. Намекни. Ты укрыл? Тимоша, любишь снизу? Да, все, понял. По-моему, все поняли, блядь. Где сейчас? Вон. А никто ход не менял? Не, пока никто. Так, вот тут ключики есть, наимпись. Вот там статуя, блядь, как бы так сказать. Тут обходить по самому главному, это пути по полному. Оба, от руки. Короче, а это не я, опять заяц какой-то. Да он за тобой колесит уже. Да он меня хочет. Сожрать, ну. Вкусная ты. Очень. Говнистая. Что надо сделать, скажите, пожалуйста. Блять, я саму себя вытолкнула, блять. Тут, короче, надо сильно не нажимать. Да я саму себя уже вытолкнула. Долбёжка как будто даже яйцами, блин. Долбили друг друга, но в итоге яйцами пёзнулись. Нормально. Так. Блять. Тимош, прости. Блять, ответка. Тимош, прости. Нормально всё. А, пидорас. Рыженький напрягает. Кто это за рыженького играет? Так я его сразу сталкиваю, именно его. Так, блядь, его еще найти. Блядь, столкнула. Я тоже туда же вообще сел. Рыжего давай. Рыжего давай толкай. Ты на рыжего. Блядь, ну вы чего? Говнистый, давай на рыжего. Пошел нахер. Женя, он пол кружки молока выпил. Если он будет срать, это твоя вина. Смотри, какой я. Достойно. Сука! Ну давай, любитель статуи. Смотри, сейчас опять попутится. Туду? Туду. Кто пришел, кто ушел? Я пришел. Здорово. Никиш, тут уже всю территорию обхапал. Так, так, так. Кто у нас? Кто там?
Да. Бессмысленно, тебе не в ту сторону идти. Да, да, я знаю, я просто ответил. Можешь круга дать. Не, я могу, короче, знаешь, как сделать? Мне круг это вообще забей. Что есть у меня? Там небольшой вот. Кружок ты. Я вот так сделал. Телепорт. Нет? Так, что выбрать? Воздушный бой? Танки, кроты? Что тебе больше нравится выбирать? Давай танки. Да, давай, все. Вы только начали? Что надо сделать? Что надо сделать? Право, право, иди, право. Ты можешь прямо. Блять. Я тебе говорила прямо. Я не заметил статую, поц. Не слушай Ники, шо. Никого наказало кроликом. Пашка, привет. Почему он туда пошел? Я на этой хуйне дохну уже 500 раз. Это пиздец, блин. И кролик сейчас по третьему кругу пойдет, да? Кролик, а тише только от кролика. Что надо сделать? О, а это что надо? Какая Вика? Это Вормикс. Что надо сделать, блядь? А что надо сделать, народ? Поубивать всех вообще. Да, блядь, как стрелять хорошо? Ну? Мышкой, мышкой, мышкой. Наводись. У тебя там крестик. Блядь, я упал. Я выиграл. Только потом понял, что надо делать. Я уже поняла. Я тут тыкала, 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 бля, так и не поняла. Нет, там просто мышкой управляешь. Я понял только последний момент, когда понял, что кто-то умер. Когда утонул. Когда Тимоха умер. Ну, утонул, в смысле. Да-да-да. Все это поняли. Никиш. Так, я думаю. Я думаю, что не я... надо думать. Я тоже так думаю. И в этой игре максимально много ходов. Прям все сейвят. А, да. А, да. Ну да. Ты по кругу так и будешь ходить, да? Я так думаю. Он ищет, он ищет. Я уже третий круг иду у вас. Или четвертый. Смотри, какой злодей. Злопамятный. Хорошо. И он воскресился еще. Воскрес. Отхилялся. Налево иди. Да. Или подожди. Иди. А, вверх же, через вверх же там. Да. Сука. Обломайся. Это ты сюда без ключей пришел. Компанию составить. Я тут сам один хожу без ключей. Еще один без ключей приперся. Ждем, пока кто-нибудь придет с ключами. Сейчас они там возьмут ключи. Тебе только за ключа, да? О, он пошел по другому пути. Ой. Да, ну это такая. Делать? Это захват территории, короче. Забрать больше мест. Да. Где лысенький, рыженький, блядь, лысенький?
если это чужой блок, что надо сделать? Ничего, все. А, блин! А, сука! Никель бледил. Я просто... Да, картина не стоит. А эти никак не... Вот Ники, сука. Пауза решал. А чё, почему теперь только троим, ой, двоим дали, блядь? Пожирю. Ну, повезло, наверное. Либо то, что много забрал. Чё, ничего нормального нет? Не. Может, для прикола их телепортировать сюда? Ну чё? Я пошел. Не, он статую сейчас найдет себе хорошую. Да, я его так пошел. Ну, я чуть-чуть потихоньку собираю ключики. Шесть ключей тебе помогут. Ты пошел бы налево. Я там еще тоже не ходил. Ну вот, надо же захватывать территорию. Нормально. Я сейчас думал, сейчас опять скинул такой другой песни. Тимур, да хуй? Да. Не, настолько интересней. Пока неохота. Понял. Ладно, давайте. Да. Давай. Давай. Самое интересное то, что у Ники же там ключи лежат. Короче, где есть ключи, никого нельзя перекинуть. Что за прикол, блядь? А, подожди. Тут же никого нет. Нет никого. Там Аленка сверху. Да, ну куда мне там? Мне потом вверх идти. А ну-ка сверху. А там кролик. Сверху. Я думал, пока так. Раз. Два, три. А, да, вот так. Два. О, ключик я подобрал все равно. Нормально. Нормально, уже 22 ключа есть. Кто там был? Аленка. Лис. Сорян, я пиво пила. Верх иди. Миш, я тебе поверю, как родственнику, блядь. Тебе надо выходить отсюда, вот я сейчас просто по прямой влево, либо вот через верх иди. Смотри, там тролль. Так, короче, что надо делать? Говорите заранее, а то вы делаете, а я нихуя не знаю. Здесь бей падающие объекты, да. Точно расставляю время удара, чтобы зарабатывать очки. Вот, бля, непонятно, но очень интересно. Тут Никич, тут Никич самый топ. На что бить? На пробел. На что бить? На пробел. Что тут он, блядь, Жень, ты гонишь? Нихуя я лох, блядь. А чё, Никас отошёл? Да блядь! Вы без меня? У вас щиты, сука. Не, я не понимаю, как его шлепнуть. Дырку шлепнуть не можешь. Давай, я победила, я? Сука, нет. Я на втором месте, Женя! Я по дыркам бью, заебись. Я последние 4 раза ударил. По дыркам заебись, бьёшь, да? Так, а чё меня никто не добавляет? Куда добавить?
Это кто посмел? Кто посмел меня тыркнуть куда-то? У меня желтенький, это кто бессмертный? Октан. Это кто? Это Миша. Кто? Миша? Кто? Твои родственные связи. Ты недалеко живешь? Я тебя оттуда вытащил вообще-то. Ну вот ладно, смотри мне. А сам ближе здесь... к ключам встал, слышишь? Слышишь, смотри, сам ближе к ключам встал. Ах, да? Ах ты сучок. Тимоша, что ты тыкал, чтобы смотреть? Сколько у меня ходов? Что надо тыкать? Наверх иди. Тимоша, я тебе верю, говори. Иди вперед и все. Блять, не тот вперед. Нет, не верю, почему? Я тебе не верю. Нет, в смысле, почему? Ты наоборот заставил свою позицию. Вот кто на. Вот кто подальше, станет. Подальше от сундука, правильно. Не можно. И все, блядь. Смотри. Зато, Алёна, кто на твое место станет, тебе ключики выпадут. Давай вперед иди. Кто, куда ты зелененький пошел? Так я отбегу на 5 сек. Кремль любит денежки. Да сука. Какому-то Мише опять день эти. Все, вы ходов бесконечно поставили? Да. Да, да, да. Зашибись. И когда мне вас ждать? Да сейчас мы вот этот кейс возьмем и все. Тут, в принципе, осталась херня. Ну, конечно. Еще 20 ходов, как минимум. Да ну, 20 меньше. Упал. Давайте мини-игру уже поиграем. А нафига, нафига? Что? Так у тебя возле сундука же ключи. Я вот соберу ключики потом. Так а там возле сундука а там, ключи. Так а там некого резать. Ну типа... А, блядь, там... Тут вообще глушняк, видишь? Там только... Все понятно. Там только не ищешь. Как кто? Там ближе были ключи. Блядь. На кью, наверное. Да-да-да, я понял. Нечаянно. Сейчас похожу и нормально. Пойдем. Слушай, тебе можно было проще все сделать. Почему кролика вот эти статуи не ебут? Ну, только хотел спросить. Че, ну похуй, он кролик. Ёба. Забей просто. Главное не... Да, главное, короче, не это... Здесь прикольно, что друг против друга не надо биться. Тут надо типа так. Тактика. А как узнать, какие они не это? Они трясутся, они короче, перед едят. Началом. Кто там, Аленка, та что, да? Хера сразу сколько много. Кто упал? Очень кошники. Бля, реакция, мангус, блядь. Половина ушла. Как так, блядь? Трусами зацепился, блядь. Я просто, блядь, не смог нахуй отойти, я просто как я угорал. Я такой, знаешь, ну, думаю, ну, там, 6, 7, 10, половина просто ушла вниз. Ты же, блядь, среагировать. Тело такое, блядь, висит. Понятно, короче. Засоявился. Так, ну и что сделать-то? Да ёбана.
Вверх, вверх. Да. Да, через верх надо. Когда. Опа. Открылись. Ебиться. Ага. О, Никитич, потуси. Ему это хорошо. Ну и все, вот второй этот. Кончелужный кролик, блин. Смотри, куда он идет. О, понятно. Это все, это ключик. Леон, ты тут? Жека. Блять. А! Ёпма. За стробоскоп это. Я думаю, дальше будет полный пиздец. Ну, блядь, серьезно? Ох ты, нихера, вот, ну вот это жесть вообще. Мура, ты как это сделаешь? Вообще. Магия вне Хогвартса. Резидент. Не запрещено. Так, ну я буду ходить сразу. Оп, давай. Поехали. Да, не понял. Это мои ключи? Это твои ключи. Блядь. Вот я борт. Еще оставил там. Блять, я вообще, я прикинь, это забей просто. Я так понимаю, кому-то пиздец. Куда ты улетел? Пиздец! Я тебе говорю, это прям. Ой, это жесть, это просто жесть. Кто тут со мной стоял? Алёнка? Ну всё, Алёнка выиграл. После крещёнки пошёл. И если кого-то просто закрыть в этой башне и не наступать на эти... Ну, на вас, в эти восклицательные знаки, прикинь, он там АФК просто будет стоять. Нет, а у тебя выход есть, а входа нету. А, да? Сори тогда. Угу. О, хорошо. Жи-жи. Вообще нормально. Открывай, 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 открывай. Открывай. Все, давайте. Давай, Пашка. Берем. Я выиграла! Да, Пашка здесь? Вы что, не поняли, что это Жека? Да. Так, давай садись за свой компьютер, Жеку, сюда. А я, у нас, мы все цветы сидим. А.
я даже не смотрел. Я все, я GG. Сказать? Да я GG. Я... Давайте это. Создавайте кто-нибудь. Ну давайте. Пусть Жека создаст. Что надо делать? Давайте меньше. Женя пьет. 15 ходов максимум. Меня какой-то уебок убил. Делать? Выходи и создавай новый. Уйти. Примените, чё, вернуть, выйти? А, уйти. Так, и чё, это локальная игра? Игра по сети? Чё ты такое? Локальная, наверное. Локальная игра. Игра по сети, создать игру. Ну я локальная, и чё? Не, игра по сети, наверное. Создать игру. Давай я сделаю по-другому. Женя, создай игру, люди просят. Там Паша пришел и так далее. Я не умею. Сказали, чтоб Женя создал, блядь, сделай и все. Я же не Женя, у меня яиц нету. Ну как это, блядь? Ну пощупай. Идиот, блядь. Есть? Идиот. Че, пощупал что? Пощупал, блядь, говорит, нет яиц. Тимоша сказал, что у меня яйца больше, чем у тебя. Ты яйцо, походу, ущупал. Тимоша, будем мериться яйцами? Да, конечно. Надо не только Пашу, надо всех пригласить и Пашу. Я не знаю, мне сказали найти уйти, и я нажала локальная игра. А, по сети создать. О, всех тыкай. Где Паша? Паша любит призрак. Я тоже люблю, только боюсь их нахуй. Ты ему курочку создашь? Какой цвет не занимать? Да, уже какой цвет не занимать? Оранжевый, это лиса. Зеленый, это гремлин. Давай мы сделаем бусинки. Да я ему... А, это ты? А, я думала, ты Паша что-то делаешь. Ну не, давай обратно. Женя Жук, напиши, вот этот ник твой будет. Давай. Да нет, оставь, да все, не. Я создал, ну? По-английски пишешь. Ну ничего. Вот так вот. А чё, Никиша не позвали? Этого хочу. Розовый или фиолетовый давай. Никич. Давай, птичку есть? А он, походу, вроде и говорил GG. Ой, там девочка была. А что, птички нету? Курочка есть? Курочка. Давай, ну, не петуха. Знаю, вы не присылаете, у меня не... Не, петуха, это что-то очень как-то. О, давай! Нет, ну ты, блядь, у вас там точно стоит это с сосичками девочку сделаю, я свой ник напишу. Не, давай я свой ник нахуй сделаю, все. У нас тут четверо. Шесть, ставь. Вот эту, назад. Поставьте, ник меняй. Поставьте шесть. Вставляй человек, вот это, блядь. Вот. Не, шесть человек тебе сказали, Лен, поставь. Лен, ставит, да. Ставит. Еще раз приглашать. Еще раз приглашать. Никто не тыкнул. Не, ник поменяй. Где Пашка? Женя сказал, что всех пригласил. Да, 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 я все пришел. Окуляры, блядь, есть что-нибудь нормальное, нет? Это что за Гарри Поттер, блядь, не от ложки. Давай дальше. Пашку пригласите! Вот это,
Женя, Пашу пригласите, сказали. Ему уже 3 раза отправили, блин. Он не заходит. Он здесь, Паша тут? Паши нету. Что нашел, Паша? Все, пошел. Звонить надо. Ставьте другую карту. Сколько раз скинули ему приглашение. Тимур же пусть и по-другому пишется. Какая разница? Еще раз. 4-й раз, блядь, 5-й ему скинуть. Я ему кидаю. Вот, тыкаю, уже у меня мышка, блядь, уже вспотела. Он не приходит. Рука Паша. Пришел такой, что говорит, вы меня не приглашаете, сам ушел. Попался. О, у нас будет Новый год. Актуально. А че, где Пашан? Пахан, Пашун, Пашуля. А Пашу может? А че там? Ставь. 20 ходов. Что ставить? Количество ходов 20. Ага. А то мы так. Кубиков для победы 3. Да, да. Время хода без ограничений. Да, да, да. И ставь поле. А, вот поле нормально, нет. Пойдет. Я зимний блеск поставил на Новый год. Ждем Пашу или что? Да, не знаю. Просто он сейчас опять это придет и опять это надо перезаходить. Ждем, короче, да? Ну, все на перекур тогда. А это, а, настроили я... зимнюю, ну ладно. Давайте курим. А я увидела Новый год. Вы говорите, что поставить, я-то не шарю, все, блядь. Все. О, мне еще вот это нравится. Памильтаун. Пиратский рай, руины.
Ну шо? После кого не хватает? Не, в смысле... Ну, стартуйте. Её ещё нет. О, её нет с нами. Мне кажется, больше было. Не? Не. Ну, Пашу все ждали, не? Да-да. Да. Так я и спрашиваю, вроде больше народу было. Да нет, не так. Нет, столько и было. Тыкать. Два, один. На пробел. Тимура, мы с тобой вообще, блядь, красавчики. Угу. Ноль выбили, что ли? Два. Два. А я один вообще выбил целый. Вот он. Все так под конец быстро, да, глаза. Вот уже мой палец. Блядь, чё, я не видно. Называется отгадывайся, блядь, чё там. Сейчас ещё второй, нет, сейчас ещё третий такой же будет, и вообще не будем понимать. Забей. А, ну всё понятно. А, понятно, ну, блядь. Короче, можно уже не скрывать, да, какой? Да, типа, все уже поняли, чё за прикол. Нахуй не поняла, как играть, я тупо всегда жму пробел, это нормально? Нет. Можешь. Это нормально. Играй себе, блядь. Гиги за шаги выбил, блядь. Давай влево. Ты можешь лишь бы налево, блядь. Женя, можно я налево пойду? Да? Спасибо. А, да, то есть так можно было? Я раньше не делал. Налево пойду. Опа! Сука. Право, лево. Ладно, нахуй, все налево, я направо. Нахуя я направо пошла, дура? Выбирай. Понял, да, что за что здесь выбирать? Я нет, я наугад тыкаю. Я вытыкаю всегда кровь. Я хочу крови. Ну нормально там. Нормально? Нормально. Зря это сказала. Пашка первый ключики. Почему? Двоечка не убивать. Если бы не сказала, я бы просто получил бы ключики. Так, ну поехали, чё. Тимур, ты тоже крови хочешь? Блядь, а почему медведь мимо меня прошел? Ну, конь в другую сторону, потому что пошел. Я за конем пойду. А что, Женька со второго компа не может зайти? У нас мама его в гостях. Мы сидим, пьем. Че пьете? Пивасик. Че ж у вас еще может быть? Я всегда забываю. Ну тут без вариантов. Да, вниз кто-то надо сдох, было. Вниз. А нет. А, вниз надо было. А ты посиди на месте, да? Блядь, ты заебал, я чинила, блядь, и даже это скотчем сматывала. Ну-ка дай сюда. Дай сюда. Кто из нас мужик в доме, блядь, я или ты? Ну-ка дай сюда. А где это? Соизмеримо яйцам там. Папирос, хуялишь. Оставь Тимоша в гости, приедет, покажешь ему. Яйца? Спасибо. Нет, не яйца. Яйцо. Яйцо. Ну, Жень, ты дурак, блядь, тебя затошнит. Такая обстанова новогодняя, прям вообще прелесть. Вообще прям красота. Гремлины веги, как раз, да, обнова. Что надо сделать? Что за пузырики? Они на груди акулы остальные. Миша, акулу. О, я хочу акулу быть. Миша, акулу. Короче, здесь надо собирать рации, алё. А как ты понял? Что у тебя не спалили? А, он самый верхний.
Надо сделать, говорите. Рации собирать, такие рации. Надо запомнить. Понятно. Сейчас, где ты. Запоминай. Да хуй его знает, где я, блядь. А, я фиолетовая, вот так, блядь. Так, а я какой? А кто, я какой? Кто такой вист? А. Я как наркоман, блядь, с зелеными волосами. Блядь, а где я-то? Там акула прыгала. Я себя найти. И тут акула прыгнула. Меня кто-то сожрать пытается уже два раза. Миша! Не я акула. А кто акула? Тот, кто молчит. Кто молчит? Я молчу, но я не акула. Тимоша. Блядь. Я себя проебала. Где я? Вот это самое, да? Сука. Кто меня скушал? Где эта рация кончена? Я ее собрала одну, и меня скушали. Все, я шевелиться больше не могу. Я так и знала, что он, блин. Он с фиолет. А что за фиолетовым не пошел? Люк это фиолетовый забрал. Фиолетовый это я. Но. Просто запомнил ту схватку. Меня съели, блин. А не, просто я в тайминг схватил, короче, с другим цветом. Да, я не успел. Ну. Так, ну что у нас тут? У нас тут хера, да? А, о, найс. Печатончик. Пау. Раз. Три, четыре. Должно покупать включение еще себе. Никиш. О, хорош. Ага. Тут статуи нет, поэтому нормально все. Главное, чтобы потом однёрочка не выпала мне. Литвин, давай, газуй. Сука-жака. Только было играть. А, ну нет, я понял. Блять, такая конченая вообще. Пашка стартанул нас. Меня размотало. Да как так это будет? Стоит-то, ё-моё. Так, меня убило даже. Ну, ну, ты чё застрял-то, поц? Ну давай, 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 родной. Ну нет, ты чё гонишь? Ну, серьезно, сука. С кем там спутались-то? Это так шло. Пашка-то нихера стартанул, ебать. Опа. Хорош. Бля, херачит. 7, 8, 9. Не говори мне. Что-то прям вообще нормально. Может, они что-то знают? Наверное.
Я тоже так думал. А то, блядь, нули-нули, то теперь 8-9, хер. Нормально так. Ну чё, даже 0 бывает? Да, да. Ну типа, на место стороны зашли. Опа. Хлоп. Оп. Оп. Ай. Он тыр. Ну что сказать? Фадайк. Если даже насмерть ему обалдеть. И говорит, нафиг. Не можешь, блядь, я все видела вообще-то. Ты едешь ты в гости, я тебе так же сделаю. Один в один, блядь. Да, так между ног. Где сундук? Опа. Блядь, серьезно? Yes, of course. Карма мгновенная. Вообще мгновенная. Вот это наказало его жестко. Хоть не рипнулся. Хорошо. Опа. Так, тут... Пиздец, эти кролики, блядь. Это огонь. Я понял, надо валить вниз её. Только не в ту сторону, короче, её. Подальше от кролика. Просто все ключи засахатил, блядь. Это месть. Вообще не говори это, Виктор. А, Дёнка. Нормально. Блять. Вертолетик. Тарантон. Вот это самое говно. Реально. Это вообще самое, блин. Каким это я цветом? Как в небе-то надо? Да е-мое. Да я уже не знаю, где я, блядь. Меня нету, блядь. Да е-мое. Это не я. А во. Я рыжий, блядь, все время ищу. Ну то. Блять. Кто меня под хвост стрельнул? Откуда вы? Кто красненький, иди сюда, блять. Жень, я нуб, иди нахуй садись. Да ну в пизду, у меня даже ни одного там килла нет. Евгений Игоревич, попрошу вас занять свое коронное место. Знаешь... Клондайк такой. Сейчас там ключи, конечно. Вот телепортик даже есть. То же самое, что телепорт, ё-мо. Ну, чтоб телепорт заюзал. Здрасте, переобувочная станция, нахуй. Все, вот чё у вас сейчас заберётся. Нифига. Вот, вот там... и сундук его. Давай. Три шага как раз. Давай. Да и собрал. Так, кто-то запомнил, да, мою щедрость? Ну да. Аленка тоже запомнила твою щедрость. Да, сразу стампно нахуй правил. Падает, как будто... А, да? А, да? А, не, он же в обратную сторону.
О, в чем прикол? Запей. Че, мини-игра была? Да. Нет. Бульк. Не посмотрел, булькнулся. Я давай еще чумового кролика это запускай. Самое то, да? Ждем кролика. Он решил на рестарт. Да ёб... Понятно. Че так сильно бьет, я не пойму, бля. Потому что так сделали. С одного килла. Спасибо. Пожалуйста. Просто, блядь, АФК бы просидел, но полезнее было бы. Есть пропустить ход, блядь, слот? Ну, у тебя вроде хоть ключи подобрал. Надо время ставить, чтобы на ход был. Алена. Ален Ким. Первый, я второй. Нормально. А, ну, в принципе, то же самое. Блять, опять эта херня. Вообще-то кошмар. Как там, блин, какие буквы на фун, блин, или что? Кто-то опять вдвоем. Опять я, как обычно, с кем-то. Да, со мной, блин. А нет, я один. В смысле, вот я сильно. Я тебе больше. Это мы с тобой, Ники. А, да? Мы с тобой? Убеждаю, что логика это вообще не мое, блядь. Сила, да, но не логика. Ты понимаешь, что я одно и то же беру? Только сверху. Вон, вниз же, видишь? Блядь, пиздец. Это ебаный рот. Мне просто не дают шанса выиграть в эту игру. Там у кого-то такой грустный смайлик получился. Детка. У кого-то грустный был. Ой, все забили. Просто, блядь, сломал систему, нахуй. Там все думают, что Гави, он просто, блядь, грустный смайлик сделал. И вывел. То есть так можно тоже, да, если что. На будущее. Не, Никиш, тебе сейчас прям как раз самое то отпускать кролю. Нет, пока рано. А смысл отпускать, у нас ключей нету, ё. А, дарок. О, прям золотой. Опа. Игру. Круговой. Давай круговой обстрел. Ага. Мы ж не знаем, что он выбрал. 9 опять. Смотри, блин. Ключиков собрал. Блин. Че, мне постоять или метнуться? Нет? Попробуем. Спасибо, блядь. Я, походу, здесь вообще навеки. То есть как со статуями, только у меня с лабиринтом, короче. Я отсюда не выйду, блядь. Хотя, кстати, да. Ты прав был. Просто... Чудо-чудное появилось. Ты кого призвал? Он чудо-чудное призвал. Красавчик. Его даже не видно. И да, сейчас куда упадет? Правильно, в лабиринт. Сука, оставьте лабиринт в покое. Не трогайте, дайте мне выйти, блядь. Сука, я
еще только ходить начал. Не трогайте его, пожалуйста. Анфил тоже в начало ушел. Анфил тоже в начало пошел в агавиты. Он остался на месте. Мне и так идет. Хули мне ходить нахуй надо. Ой, блядь, это что такое? Бомбы кинуть. Я первый раз. А, все, понял. Поднять, типа, и взорвать с это соседа. Остров, короче, чтобы он утонул. Ёбана. Чё там? Алёнка! Усё. Это пизда. Я сам утону. Я чё, под этим упал. Я упал. Аленка вообще просто бегает. Как за ней там носится, блядь. Получили? Ой, ну конечно. Получили, блядь. Спасибо, блядь, пожалуйста, распишитесь. Получите, распишитесь. Потому что я не поняла правила. Ну, что же, как понял. Да его рядом даже нет. А у меня пушка какая-то, дайте пушку. Ну давай. Эх, Панфил, мы с тобой тут, да, походу застряли, да? Ну привет. Здорово, здорово. А справку не бери. Че ты его трогаешь? Мы там походу все, короче, до конца игры, нахуй. Смысла нет, блядь. Ай, блядь. Зато карта какая новогодняя, с ума сойти, блядь. Чё, я что-нибудь делаю, нет? Ну-ка. Блядь, серьёзно? Забей, короче. Давай палатку. Блядь, тут телепорт тунули. Можно палатку, а? Дай чё-нибудь. Баклажан, либо баклажан покурить. Прям в экран. Это Павлик тогда делал? Мгновенная карма, нет? А, на старт. Миша. Нормалды. Давай туда же. Ну. Туда. Хорошая его. Карта. Туда его. Хорошая там вода и конкурсы. А кролик не умеет, да, нажимать? О, бомбармен опять. Бомбармен, ну. Что надо сделать? Бомбу надо ставить. Бомбермен играл? Бомбу ставишь, что играешь, себя не взрывая. Надо взрывать. Всех взрывать, кроме себя, да. Блять, я застряла. Что делать, если я застряла? А? Ну так и застряла вон, блять, в текстурах. Пиздец, Женя, что делать, блядь, я в текстурах застряла. Я совсем забыл. А, пизда. Ты, Алёнка, ты не в текстурах застряла, ты закатала боты. Все гасятся, посмотри на это.
сука. Блядь, чё? Привет. Чё случилось? Время кончилось. Совсем закопал. Придурочный, блядь. Никич, ты взял, блядь. Такая штука, бля, вообще. Ой, ты очки сулю взял. Нормально. Застрял. Кролик. Девяточка убила. Бум-бум-бум-бум. О, на ней катись, кстати. Нормально будет. Что? На этот. На ракете давай. Где у нас этот был? А сюда даже не заходи, в эту сторону, не надо, там пропащая херня. Элла нафиг. Ну, я вас поздравляю. Надеюсь, он меня не схавает. На него идешь. Жмык. А я думал, это мой. Нет, это не мое было, блин. Фиготка. Фига я там ключи растерял. В лабиринт зайди, вообще прикольно. Он бы там с Панфилом чили, блин. Это нормально. Только не 4. 4-5 раз. 2-3. Так, ну уже хорошо. Тут ебашь как. Чуть-чуть осталось выйти. Главное, не трогай его, пожалуйста. Не сменит. Один. Давай, ноль. Блять. Чел. Зафиг, короче. Пожалуйста, посчитай, не тыкай. Блядь. Ты же прослезился, блядь. Это невозможно. Я с него выберу сегодня, нет? А как бы туда подали сейчас? Ой, блядь. Чё такое? Гонки. Гонки. Опять за хрень, блядь. Вообще такая шляпа. Лучше в доме гонять, чем здесь. Лучше вообще не гонять. Это не это. Ну чё там? Что там? Окошко. Лёна, Женя, Тони, клац. Мама, я тут все равно последний буду, я отойду. Вообще выйдем. Да, да, короче, в структуре. Пока время не хочется. Нет, Женя нормально гоняет. Блять, я курить пошел. Кто-нибудь, пожалуйста. Алена, Женя. Алло, Аленка. Алло. Аленка. Ёб твою нарою. Вроде их где-то слышно вдалеке. Ну, что-то бегает, ну. Алена, Женя, 415-й. Бой готов. Я потерял футбол, я. Блядь, что надо сделать? Ой, вождение, это не мое.
Ёпа-мать, блядь. Да еби, чё сказать. Я пьяная, кому руль выдают пьяные? Так пить не надо было. Ну извините. О, кто-то мимо меня так круто съехал, блядь, я аж напугалась. Да ебическая сила. Женя, кто твоей жене права выдавал, блядь? Блять. Как назад поехала, дура, блять. Пипяческая сила. Я, короче, Никиш только, я, короче, буду последним. Все лили ебанутые, я же говорила. Почему нельзя других сталкивать? Я бы уже всех толкнула, одна осталась. Забей, короче. А кто телек у нас? Он Фил? Угу. Не знаю. А, он не пошел. Пан Фил, ты водишь хуже бабы. Да он вообще курить ушел. Пьяные бабы. Блять. Хорош. Суточка за 300 прям. Луковка играет. Семерки, ты посмотри, что делают. Да, я говорю, кто луковка играет. Я три ему что спавню. Это кто? Это у нас. Это кто у нас? Миша. Октан, ты что ли? Ой, Жень, надо Мишку отпиздить. Надо Панфила херачить. У него 115 ключей, еще и кактус на башке. Бейте ой, кого очень... угодно. Только не трогайте, пожалуйста, лабиринт. Блять. Панфил. Не может, ты... А ты че это в кустах каких-то прячешься? В каких кустах мы уже выйти не можем третью катку отсюда, блять. Ну и че? Туда, обратно, туда, обратно, туда, обратно. Да, очень прикольно. О, нет. Да, прямо, правильно, правильно. Правильно. Ты кто возле меня стоит? Луковка. Блядь, очередной ход. Панфил, не пожалуйста, не засахай, посчитай. Посчитай. Не можешь, ходи. Ноль. Семь. Пять, хорошо. А, ну все, мы приехали здесь с ним. Пиздец, мы что-то мы поели с тобой не то, короче. Хочешь выбраться из лабиринта? Да не, оставь, типа, наоборот, прикольно. Доставай ружье, короче. Короче, территорию надо занимать. За тобой будут вот эти тетрисы идти. Надо, чем больше займешь территорию, тем, ну, короче, ты победил. Больше территории занять. Все, дойди. Опять Алена. Алена. Громче крикни. Алена, Женя. Кто там? Пьяный громче... баба. Я громче крикну, мне мама на стол выгонит. Ты серьезно? Ну а что ты делаешь еще? Сам понимаешь. Супер. Кто там меня хотел обыграть? Я лох. Он хотел меня подрезать. Не получилось. Да мне надо было тебя резать.
Я, короче, первого резать, меня второй режет, и все, и я, короче, поехал. 9. У меня такой маленький клочочек был, блин, между двумя ему. Я так же, ну, только одного, вторую. Джей Джей. Хорош. Сейчас Аленке насыпало. Интересно, что у нас есть? А, я знаю. Панфил. А? У нас кто? Как тебе иметь 117 ключей и не выйти из лабиринта? Его поэтому никто и не трогает. Я засорился, так конкретно. Вообще, туда никто просто не идет. Потому что это пиздец. Как у нуля можно забрать ноль, ё-мо, не могу понять. Это не лабиринт, это пропащенцы, блядь. Пропащенцы, город, да? Ну, кольцу катки хоть выберемся отсюда, нет? Тебя даже никто не трогает, потому что смысла нет лезть. Да, у кого-то там есть еще и это, телепорт, и никто, сука, туда телепортнуться не хочет, блядь. А потому что все это забей. А даже не сможет, ты же в кактусе. А, я в кактусе не болею, еще и засейвился. А кактус он бесконечный, что ли? Это как дабл пенетрейшн, да, пока не выбьет его. Пока ты не начнешь, либо пока не выбьешь, либо ты какую-нибудь атаку не сделаешь. Опять ждем. Это семья. Леона. Поползли. Давай к нам в лабиринт иди, там весело. Просто на ФК сидишь. Там, блин, столько ключей теперь, вообще ужас. Ты забей, пока мы здесь с тобой, поэтому. Считай, пожалуйста. Давай 9 сразу, 9. 7, ну хорошо. Ну, так. А, ну все, приехали. Нет. Ну, у него тупик. Да, нет. Да? Вон, прямо нет. Ну, 5, смотри, тупик. 1, 2, 3, 4, 5. Он похилится и все, и остается. Потом мой план. Ну, так ну чуть-чуть осталось там, потом 2. Да. И потом мне пиздец. Да нифига, ё-мо. Давай. Смотри, хочешь, удивлю. Тима, пропусти. Телефоны как раз. Ну ладно, тут подарочек забыл. О, кстати, можно на ракете, да, вылететь. Потом можно будет на ракете. Я, кстати, еще тебя могу насадить, и мы вместе вылетим. Нет? Как бы это твояльно двухсмысленно не звучало, блядь. Это что такое? Так, это, так. Короче, здесь у Аленки стагается, что нужно нести, только она видит, только хост видит. Нет, все да. Видят. Да нет, ну я сколько мы играли, я ни разу... Да, игра багается. Багается, да. Кто не видит, сразу говорите. Кто там может громко Аленка крикнет? Алена? Аленка! Все это же Галюа. Дальше хули, ГГББ. Потише, джина, надо пока. А, не имени игра. Пишите кто-нибудь ему WhatsApp на.
Надо хоста менять. Внизу написано принудительный старт. Ну только хост может. Ой, ё-моё. А хост? Походу, Женя прочитал. Так. У меня ничего чё, нет. Чё? У меня нету. У хоста, я говорю, у хоста, он только видел. Ну, давай рандомно, чё. А чё надо-то? Я огурцы взял, не пошло. Нихера себе. Морковка. Не пошла. Огурцы и морковка, не ошибаюсь. Яблоки тоже не пошли. По одному предмету возьмите, по одному предмету. Нельзя по одному. Разные, нет, разные, по одному возьмите. И мы в том числе. Так, я беру огурцы. Нет. Уша. И лук. Опа. У кого что сошлось? Два лука и... А вот что сходится, говорит. Арбуз, правда? Арбуз, огурец, морковь, капуста. Я аж сам забыл, блядь, пока что с вами говорил. Нет. Морковь где? Моркови нету. В ящиках нету. Есть. Бесполезняк вообще. Никто не видел, что ли? Нет, у меня не было. А ты что видел? Я вначале видел, но... Только я в этот момент... Я вообще ничего не видел. У меня тоже ничего не было. Так у меня показывалось, только я... Давай, ходи, 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 Никич. Ну, мы сейчас запоримся на ходу. Если никто не подойдет из них. Нормально так взял, ага. Хорошо. Да открывай, чё ты? Я тут ещё ходил. Там. Чё, я что-то вот так сделал. Тима, давай. Ой, блядь, я уже не знаю, что тут делать. Давай, походим. Пиздец. Ну почти, почти. Еще, по-моему, было еще левее. А самое то было бы. Все, это все забей, да? Все, приехали. Включим все вместе. На раз, два, три, да? Я думал, просто хостел поменять. Да. Поменять. Как Дед Мороз, да? Игру продолжить не взял. Кто может захостить еще? Да хоть кто вообще. В смысле создать? Ну, какая да.
Вот. А, все. А, понятно. Ну, нормально. Жака. Выходи, Панфил. Давай, тебе осталось Алло. Чуть-чуть. Просто Налик. Выходи. Нет, нет, выходи, выходи отсюда нахер. Семерка. Ну, хорош. Вот это хорошо. На волю. Пиздец мне. Вах. Нет? Нет. Не дошел один ход. А, вот это прикольно, хер. Опять, блин. Так, семейство Зимского. Вы тут? Нет? Тут. Да их нету, ё-мо, они так быстро пробегут. Кто-то со мной решил подпрыгнуть. Кто со мной спрыгнул? Блин, первый раз буду подарок открывать, еще ни разу не открывал. Смотри, засейвится. Да, нет, а, нет, нормально. Так. Опасные прожекторы, давай. Моторная буря. А, не, лучше мотор. Давай мотор. Песчаные эти прикольные же. Где пылесосить? Однёрка. Нет, двоечка. Тимур, давай. Так, спокойно, блядь. Я отсюда никогда не выйду. Так, сейчас быстрее в туалет схожу. Ой. Вот он целюсь. Все ключи мои растерялись. Ты у меня их забрал, так? Ничего не знаю, там половина моих была изначально. Давай, огнёночка. Мочи кролика, мочи кролика. А что, его можно убить? Нет. Нет? А никто, кстати, не пробовал удар. Нет, его это не сдевает. Никеш, снимай с него эту херню. Да нечем. У тебя этот есть. Баклажан. Я... Опа! О-о-о. Ну, блядь, хуёво, что ебал. Херня. Опять по кругу пошел. Он телепортирует к, это, к ближайшим. Все тут. Ну. Открывай. У него нет ключей. Давай, Тимур, коронную фразу. Зимско, вы тут? Это как в этом в смородине вот играешь. В ужасах. Ага. Что тебе нужно? Зимсковы, вы тут? Евгений Игоревич, Алена Викторовна, прием. Первый, я второй. Ту-ду-ду-ду. А, не, нормально. А, нет, нормально. Ролик пита. Он идет за тобой, Панфил.
Ну это что такое? А это вот эти слова, помню, что это? По буквам. По буквам слова же, которые вот у тебя наверху. Все, я понял. Надо слово, да, свое там написать. Еще один. Пошули. Нельзя такой толпой играть, короче. Паша, пахан. Дед. Да почему вчера же нормально играли в шестером? Да. Только никто не отходил. Меня это маленько напрягает. Земского нажмите предварительный старт, пожалуйста. Алло. Шляга, ты тут? Сори, я наливал себе. Так, а что там надо? Ну, слово свое вводить. С этим у меня очень повезло. Чё? Что мне всёк? Да блин, вы достали. Опять? Эй! Кто меня всёк? Кто меня всёк? Да ёпсё. Давайте друг друга не бить. Эй! Сука, сейчас втащу. Блять. Другое слово. Господи, божечки. Блин, да ёшкин кошкин, вы чё? Подожди, вот это блять. Да не успеваю. Сука. Я сам потерял. Сука. Постоять, нахуй. Постоять, блять. Стоять, сука. Стоять всем, сука. Сука. Блять, честно. Сюда иди. Стоять. Что ты, сучка? Опа, опа, опа. Ага. Чё, прикольно? Сука, чё ты нахуй? Сука, стой. Сейчас я его уведу, мил, блядь. А пошёл, блядь. Чё? На месте, блядь. Я его сейчас устрою, блядь. Иди сюда, друг мой, ладно. Я еще пойду. А, точно. Ой. О. Смерть и грех, блядь. Так, это похититель ключей моих, ё-мо. Его надо наказать жестко причем. Ах, нифига себе. Как попытка. С него кактус снял. Смотри, у него два хода. Я вижу. Ну, куда давай направо. Ходить? Ключи собирай. Нет. Опа, моя зайка пришла. Так, а аптечка типа хиляет, да, тебя? Угу. Да. Что там интересного у нас есть? Ничего интересного. Это что я получил? Телепорт. Ух, ё-моё, жадина какой, а? Это кто у нас был? Так, это гремлин, ё-моё. Парфил уже на свободе, что все тут есть. Беги давай, блин. Иди. Как можно дальше. Рисуй. Пока. Зря ты туда пошел. Мы тебя знали как хорошего товарища. Лучше бы на Павел пошел. Тихо, сейчас я. Ты сам везунчик, я могу. Лево эти, лево. Пожалуйста, шоп лабиринт, да, поменяли еще под конец. Прикинь, я вообще в шоке.
И телепортнешься опять в начало, вот это будет. Кто молча играет, ё-моё. Из них двоих. Джекич, скорее всего. Чем трудно слово молвить? Нихера себе. Кролик побежал в ту сторону, слава тебе господи. Так, кролик почему? Он в ту побежал, он это... Блядь. Чё это, блядь? Это я выбрал, ё-моё. А что за... На метлу надо летать, кружки собирать. А как летать? Ну как обычно, васт. Блять. Ну что, блядь, слышишь, давай. Да. Вот, как там. Это все Мишка, блин. Это все Мишка. Ты чё, пёс? Ну ничего себе, блин. Панфил, я отомщу. Подожди, а у Однокосты 118 ключей? Обалдеть. Ходи уже. Захожу, хожу. А кто ты? О. Счастье, что ли? Два. Три. А, нет. Скажи. Нормально. Чёточка. Я вот только что ходил, это я. Угу. Я кто сдал, а шатку в карту превратился. А кто меня ёбнул уже? А? Ты даже не знаешь, кто это был? Да я отходил только что. А, ну это ты зря отходил. Ты меня ёбнул, что ли, сука? Не. Миша? Не. По-любому. Ти. Повезет ему или нет, он выйдет из этой лабиринта или нет. Не говори, блядь. Но выйдет, выйдет. Но. Все, я свободен. Похлопаем. Да. Ничего я дал. Земского. Евгений. Мэри Крисмас, ёпт. Такие цвета яркие вообще. У меня же глаза заболели. Кто меня, почему? Сука, ёбнул? Лукович. Дам тебе подсказку, ёма. Кто ходил первым? Ага. Луковичка. Да в курс? Готов. Эта штука жадная, до меня даже не дойдет, блять, но все равно что-то хочет. Ну ладно, ничего, мы... Я не злопамятный, я записываю. Я нечаянно, Лех. Лех, прости. Вот сейчас бы прикинь. Ничего себе. Смотри, как ему повел. А, блин, ты все равно вышел. Не, он не вышел. Не, я бы не вышел. Не, он бы не вышел. Сейчас вышел. Он бы телепортировался сначала. Нет, я бы не вышел, вышел, я бы обратно ушел. Но... О, это нормально. Да, он бы опять заново начал. Эй, йоу. Евгений! Ру-ру-ру-рум. Так, я, кажется, третий, ё-мо. Нет? Сука! 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 Мы своим сейчас красным. Кто это был? Красный овец. А кто? Да, блин. А? Почему? Ну херня, это как так-то? Оп! Давай толкни! Ай, как так, ё-мо, это как так? Это читерство!
маги, у них Хогвартса было. Не, вчера вообще Лёха прикольно, вообще повис на нас. Да, это панда выиграл. Блять. У тебя Тимура хпшки не было, потому что тебе поэтому. Да. Ну что это? Что-то столько ключей у меня шлагать начало. О! Это с папой. Я тебя запомню. Это серьезно, это все нормально. Ну это тоже. Туда же. А че ключи не вылетели? Туда его. А там. Так у него нет их. Давай, Миша, блядь. Миша, жалко, что у тебя ракеты нету. Кактус. О, а вот теперь вот есть. С ракетой вообще прокатится. Тут на ракете может летать? Нет. Он заюзает, у него сразу кактус. Ну тише. Я вам больше скажу, панфир выигрывает. Кому налево надо идти? А чё толку, у него ключей из кульки носа. А еще осталось 6 ходов. И кролик, да? Понятно. Мини-игра, поехали. Так, какая в этот раз? Блядь, понятно. Просто бегать, убегать. Мне в очко тогда как садануло, блядь, аж до самого экрана, да, подлетел. Так, кто гремлин у нас? Никич. 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 Да. Нажми пробел. Диан, ну тихо. Никич. Да курить, наверное, ушел. Ух ты, блядь. Пони, да. Просто повезло, реально, просто повезло. Кто выиграл? Желтый выиграл. Ой, кактусы. Два кактуса. Сейчас помчится ракетай. Помчится ракетай. Помчится ракетай. И что, ракеты? А тут уходит. Интересно, я достану? Да. Правильно. Из себя и с него снимай. Да и ладно. Так, по-честному. Вот тебе этот. Merry Christmas. Merry Christmas. Ебать, тут все ярко. Нихера, тут просто нихера не говорю. Я тоже не вижу, даже себя не вижу.
Ну, да. За 3 неплохо, Ники, зато больше возьмешь. Мало потерял, больше возьмешь. Вот кто там. Я-то думаю. Ух, ничего себе. Нихера там было сколько? 269. А чё ты туда побежал? А где ты, лошадь? А у тебя чё, в этой нету хилки? Кто ходит? А, кто, Женька? Евгений! 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 Алёна! Евгений, вы тут? Да главное молчать, да? Надо на тут тоже минус. Он будет побеждать сейчас. Лёх, ну ты чё? Ой, он победил-то? Нет. Куда ему идти, туда же? Самый главный. Бля, а чё сразу шифтанул? На, не на кровь, наверное, ставят, из-за этого сразу шифтуют. А, ну это... Он... Ёбан. Кто у нас? Это что такое? Это пролететь карту надо. Полная фигня. Чего надо? Карту пролететь. Сразу видно, кто Монтандер играет. Монтандер, а потом Battlefield. Ну там без разницы, не хоть сайтовая. Дядя с телевизором на голове. Да, он, видишь, у него телевизор одет. Ду-ду-ду-ду. Нет? Ладно. О, давай ракету сейчас будет. Уф. Я бы на это посмотрел. А, уф. Раз, два. А почему третьего не захватил? А, привет. Привет. Я тут посижу. Нифига себе, там башка валяется, смотрите сзади. Да ноги в снег коснулись. Что там телек делает? Ух, ничего себе, смотри. Я тебя не трогал. Минус сразу. Вообще. Никич. Никич. Двести 70 плюс. Да че ж вы все поверху-то не идете?
лошадь, да? Что интересное есть. Евгений! Евгений! Жека! Евгений! Да, это все пиздец. Минус. Тимура. Да, 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 все, сейчас. Подарки, смотри, два подарка целых. Попал. Ух, ничего себе. Поближе, поближе. Поближе к этому. А в каком сундуке вообще это? Кубок? Никто не помнит. Че, порохло открою? Нет, пожалуйста, блядь, нет, пожалуйста. О, нифига ты этот получил. О, да. Та-да-да-да. Блять. Тебя спас заяц. Не спас. Не спас он. Коль педаль. О, прикольная штучка. Странная игра. Кто тут? Фил? Евгений! Ту-ду-ту-ту-ту-ту. С такой толпой надо в тайминг времени ставить, чтобы вот мне не ограничено, а вот два. Ну да, на раздумывание. Жека, Алена, кто-нибудь, прием. Там, блин, со мной побежала. Самые жадные туда побежали. Да. Так, Евгений, вы не играете, не портите игру другим людям. Если вам уже не интересно и вы молчите, вот, не надо. Евгений, вы, наверное, не поняли, да? Кто там играет? Молчит. Ну, признавайтесь там. О, нифига себе, телепортик кто-то получил. Иди, иди.
посмотрел чуть-чуть, давай. А чё, все поумирали, что ли? Все без ключей. Вообще почти все. Кроме одного человека. Кроме тебя, ну. Ну, мы сейчас это исправим. Что? Пандус. Гремлин, это у нас кто? Это Никич, да? Угу. Надо его на шарике покатать. Шарик? Никитос, хочешь на шарике прокатиться? Смайлик увидеть, да? Да, да, да. Ну а чё так, смотри, ни у кого ключей нету. Единственный. Я считаю, надо прокатиться. Так будет честно. Блять. Почему? Что? О. Иди дошёл. Сильно не беги вперед. Нихуя туда, это откуда? Так он это твое. Это мое. Да. Он забрать это не может еще. А как ты там? Как ты там все это оставил? Его ж кролик. А его там кроля тогда. Ты можешь ко мне телепортироваться, забрать все. Да, давай со мной. Или ко мне. Мне терять все равно уже нечего. Прикол. Тортой. Трать. На чё на меня никто не... Там куча валяется. А, обратно? Считай, никто не ходил по нулям. Женька. Вниз, 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 там ключи, да? О, сколько будет интересно. Ух. Конченый кролик, блядь. Меня сдал в ловушку. Как в матрице и забил. О, нет. Это нормально. О, no. О, no. О, no, 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 no. Ай, блин, об себя ж нельзя. Сейчас я все ближе произошло. Да что ты будешь делать? Ух, блин, ты не попал. Даже в ту сторону у меня прыгнул. Да, вниз тоже попал. Опять телепорт, блин. Да что ж такое? Опять же тебе надо. Не, давай теперь Лёху. Или Жеку. Рофните, да? Ну, как будто во вход в рай попал туда. Ключи ж не собрал. Он не сможет побрать. Блин, я бы хотел, чтобы все ключи у одного оказались. Перчатка его, перчатка. Вот
это удалось. Там осталось немножко ходов. Так. Зачем? Зря не трогай. Так, не это трогай. Кто? Это кто? Луковица. Миша. Как там? Не трогай его. Почему? Да тебе смысла нет. Его сейчас в лабиринте ждет приколюхи. Так, а где гремлин? Там быстро уйти. Вот это гремлин же, да? Нет. Точно? Точно нет. Точно ты? Так, Октан должен собрать остальные ключи. Ну, Лёха, здесь? Да, да. Оп. Жекич. Жекич. Хорошо, вообще. Крутил, телепортнулся. Блять, опять. Это воздушные бои, блядь. Нет, это отстой, брат. Евгений! Жека! 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 Подарочек, 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 нет. Чё ты засейвился, конечно, конкретно? Повезло.
О, я знаю. А. И? Ты меня хочешь телепортить? Нажимай, на стрелки нажимай. А, там стрелки есть. Не видно. Ключи внизу. Тебе должно хватить. У него хватает, наверное. Сейчас еще ебанут. Кролик. Голодный кролик атакует, да? Евгений! Жека! Не трогать Мишу, не трогать Мишу. Его трогать все-таки. О, если кролик пошел в тупик. О, ебой. Точно тема. Очень сильно. Идем один на один, короче, сидит у меня все равно забрался. Чтоб меня ёбнуло, что ли, блядь? Я телепортировал. Меня сейчас ёбнет. Смотри. Да просто это... Он просто любит это. Хитро, а? Каким бы сейчас ноль был бы? Как у меня, наверное. Да, это было бы. Надо было это, Тимур, надо было Мишу телепортировать. Я бы его прокатил бы. Я не посмотрел. Даже так я бы его прокатил и там уже посмотреть, как повезет. О, Миш, повезло тебе. Ага, он, кстати, меня. Да у него и так не хватает. Буль-буль. Финиш. Всё, последний ход. Можно делать все, что хочешь.
равно 20-й ход. Можешь убивать, взрывать. Все, что хочешь. Ебаш, Степанфила. А что у меня есть? А у меня нет ничего, ебаш. Он может попытаться с ружья Никиша, блин. Коль повезет. В принципе. А где у нас? Наверху. Не, он тебя не достанет. Далеко. Не достану? Давай правильно. Челлендж. Хэдшот. Это все равно было полное хп. Евгений! Евгений! Жака! Хера с Панфила! Панфила бей! Панфило! Жека, давай последний ход, ё-мо, последний, надо что-то кого-то убить. Жека. Да, надо кого-нибудь подогреть. Жека. Дядька. Жека. Убивай кого-нибудь. Евгений, надо кого-нибудь пригреть. Зимского? Ютуб? Давай, последний ход, надо кого-нибудь убить. Кью, кью. Кью, 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 кью. Жека! Кью, прям сразу на этот. Кью. Кью, давай, кью, ну, блин, выбирай последний. Тут всех мочат друг друга. Да тут как раз, да, Панфила как раз 5 хп сразу дох, намертво. Да, намертво. Давай, Жека, Лёху мочи. Женька. Они будут с Октаном вместе, по нулям, по одному кубку. Алло, Женька. Может, Евгений. Надо правильно сказать, может, надо сказать Алёна? Алёна? Поздно, спят, да? Тут без разницы. Нет, может. Нет, блин, просто... ЖЕКА! То, что они молчат, блин. Динамик отрубили на наушниках. Да писец. Ну, там вообще, наверное, Мика играет. Вроде нет. Вроде нет. И все, походу, они АФК. Спатеньки пошли. Да нет. Да чё, пиво пьем, дочку возьму, всё. Дела семейные. Женька, будь другом. Сри кругом. Женя. Евген. Лис! Лис! Лис. Ну, блин, а. Не, ну это все, это ГГ. Надо пересоздавать, тем более последний ход. Да не, надо доиграть. Так а чё смысл, у кого ждать? Ну, да просто такое? Позвоните ему. Я писал. О, Никитос отсоединился. Никитос вылетел. Да не вылетел, он вышел. Моха вышел. Эх, блин. Ой, пойдемте в PUBG, а? Кто в PUBG хочет? А, наверное, собак пошел выгуливать. Да. А Тимур где? Вышел. Что-то он вообще вышел. Да, наигрался, походу.
что он это. Что-то у него прикол такой, это. Выходить нет, ни с кем не попрощаться. И нету, блин. Лёх. Панфил. Никитос. Никитос в АФК, походу, пошел. Женька. Он вообще из игры вышел. Да я тоже из игры вышел. Понятно. Один Евгений остался. Все ясно. Евгений! Короче, это бесполезно, да? Да. Я предлагаю в это... Ванус, Battlegrounds. Кто хочет? Play Anus Battle Членус. Да. Все, сейчас спать, завтра на работу. А ты где работаешь? Ой, на заводе. Что делаешь? Колбасу собираю. Черкизовскую или Останкинскую? Дымовскую. Дымовскую? Блин. Но... Наверное, от тебя всегда колбасой пахнет. Самый лучший запах как колбасы. Нет. Нет,